Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Футбольные крылья Советов выиграли норвежскую Мольде. Самарская дзюдоистка заняла первое место на открытом евротурнире. Егор Лапин второй в квалификации Кубка России по прыжкам в воду. В Пензе прошли соревнования Кубка России по прыжкам в воду. В синхронном упражнении с трехметрового трамплина в смешанных парах второе место занял самарец Егор Лапин. Ему помогла подняться на пьедестал почета Екатерина Некрасова. Первое место у Надежды Бажиной и Аркадия Айдарова. Пенза, Саратов. В Софии на открытом евротурнире боролись самарские дзюдоистки Анастасия Павленко, Кристина Румянцева, Мария Персидская, Дарья Межецкая и Анастасия Конкина. Золотая медаль у Марии Персидской, она чемпионка России 2014 года. В финале Персидская положила на обе лопатки Мелику Николик из Сербии, бронзу Кристины Румянцевой. Ей сдалась румынка Моника Унгуриану. Футбольные сборы в Эмиратах «Крылья Советов» проводят плодотворно-товарищеский матч с норвежским «Мольде». Самарская команда выиграла со счетом 2-1. Победу принесли голы Родича и Габулова. Впереди поединки с призерами чемпионата Узбекистана, клубами «Насаф» и «Пахтакор». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.